такой для вас Познер? Считаете ли вы его мэтром журналистики? Что за роль этого персонажа? Почему все так ждали его комментариев? Да все ждали комментариев, потому что это как бы дает вам возможность оглянуться, сослаться либо на авторитет, либо на другого человека, которому позволено чуть больше. Я считаю его крепким профессионалом. Другое дело, что его профессия – это не журналист. Это тоже хорошая профессия, вполне легитимная профессия посредника между интеллигенцией и властью. Он является таким агентом интеллигенции в среде власти, но и агентом власти в среде интеллигенции. Ну, такая себе миссия двойного агента. Но я не думаю, что журналистика делается так. Для меня журналистика – это вот там Любимов, Политковский, Захаров, Листьев, Мукусев, Малкин, Рашутинская, Заловкин, Политковская. Вот, ну, люди, которые все-таки вступают на территории риска. Не потому что они рискуют жизнью, можно в кабинете сидеть там как стреляный и все понимать оттуда. И быть довольно стрельным воробьем. Но это, понимаете, журналистика – это все-таки территория, где ты узнаешь. Вот мне люто не достает многих комментариев и репортажей Костюченко. Они мне могут нравиться, не нравятся, но она находилась в гуще событий, и благодаря ее оптике я видел эти события. Мне очень недостает журналистов уровня и класса «Новой газеты», именно потому что, ну, поэтому «Новая газета» фактически переведена в такой европейский или подпольный режим существования. Муратов вырастил потрясающую плеяду журналистов. Он и сам, конечно, журналист очень сильный. Или там вот собеседники Рау Дугин. Таких людей мне остро не хватает, потому что я не вижу, куда бы их могли сейчас пустить и где бы им дали про это рассказать. Хотя собеседник выходит, «Новая газета» делается, но делается она для немногих и немногих. Конечно, чувствуешь себя полуслепым, приходится все время догадывать, додумывать, там, или прислушиваться к массе сомнительных, исключающих друг друга источников, и вместо стереоскопической картины возникает просто такая пестрая пустота, как у Набокова сказано в «Кролике». Но это то, что делал Познер, было совсем другим делом. Познер умел и зрителю, и властям говорить правду в приемлемой для них форме. При этом он, наверное, был человеком на своем месте.